деревню опустили, все, деревня пошла гореть. Никто официальных лиц вообще нет. Тут все только энтузиасты. Они приезжают вот с утра, некоторые несколько раз, некоторые в первый раз. Ну что там, Саша? Что, нигде ничего не видно такого-то? А-а-а. Что-то Гарри, ну, запахло опять, волонтеры-то. Вот они вот всю ночь сидят, караулят, дежурят. Одни поедут там, потом другие едут. Никто не помогает. Столько депутатов. У нас вот в Лениговском этот депутат есть, Госдумы. Этот Казанков приезжал, говорит, сегодня это сам, вот такую бочку, говорит, воды привез и все. Ну, совхоз такой хороший, богатый. Ну, привези ты банок 100 тушенки людям, которые на пожаре. Ведь это ведь пожар-то, это ой-ой. Были такие пожары когда-нибудь, помните? Как, в 10-м году, знаете, а, какой тут, тоже, тут 3 километра вообще у нас был пожар. Вот. А, прям по здесь? По той стороне, садок. У меня муж тоже на тракторе как раз работал в лесходе. Тушил, так он чуть не вздохнулся там, чуть откачали. Не задыхаетесь? Так. Уже, наверное, привыкли. Первые дни задыхались, уже привыкли. Ну просто у нас дом, у нас общий забор с пилорамой. Очень я очень сомневаюсь, что стали бы отбивать дом, если бы мы тут не остались. Мы уже просто подходили к пожарным, просили, чтобы дом спасали. А то скажут, хозяев нет, им не надо, а нам больно надо. Это вот так было, да? Это так было. Это когда? 19. Страшно. Очень страшно, действительно. Больше я такого не хочу испытать. Там пилорама, там эстакады бревен. Колеса техники пылали. У него была циркулярка, котельная, сушилка, домик, пилорама. У него не просто там три постройки какие-то, у него хорошие, полноценные эти были цеха. Ну, вывезти, получается, ничего не успели, да? Нет, там минуты дела. Вот она, даже обита была железом, да, вот это, полностью? Просто от такой температуры. Я, да, выплыла, да. Алло, слушай, вопрос такой, Дань, вы там 5-литровки не оставляли, пустые? Периодически она загорается. Но это все фигня, это как бы легко тушится, сбивается. Но там дальше идет лэп. И там тяжело тушить, и там торфяник, и ельник, короче, торфяник. Там уже все выгорело, он торф продолжает леть. В общем, так вот, ну, надо приглядывать. Там не то, чтобы тушение, больше приглядывать. Я даже не слышал, жена моя слышала, гроза как была. Сухая гроза вот со Сноуборд. Это была уже третья гроза в этом году, когда пожар случался. А где, а потом... То, в этом году третья уже получается. Третья гроза от сухой грозы, не от человека. Ну, в общем, вот эти головешки до 3 километров пролетели. Один пожар тут, другой там, так далее. Вот так. Такой вот. Очаговый, да? Никакого поджога я не видел, не слышал и не верю.